Два мобильных пункта вакцинации на площадях Нахимова и Захарова начнут работать круглосуточно с 30 октября. Об этом заявил губернатор Севастополя на оперативном штабе 26 октября. По вашему поручению мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы с 30 октября запустить в круглосуточном режиме два пункта вакцинации, один на площади Нахимова, один на площади Захарова. Сейчас прорабатываем все эти вопросы, какие там нужны. А также подготовим письмо в полицию, чтобы они, если что, обратили внимание, что у нас ночами будут они работать, чтобы, если будет возможность, чтобы тоже реагировали.